Ангарчане смогут поучаствовать в конкурсе социальной рекламы. Он был объявлен в рамках проекта «Чистый и зеленый город». Тема конкурсных работ – экологические проблемы Ангарска и взгляд на них обычных горожан. Представлять свои проекты могут желающие всех возрастов. По таким номинациям это видеоролик, аудиоролик и плакаты. Плакаты могут быть выполнены в технике гуаши, масла, акварель или все-таки на электронном носителе, то есть в графическом дизайне. Это Photoshop или Corel, то есть ограничений нет. Конкурс начинается 5 августа, итоги будут подведены 5 сентября. Материалы победителей будут использованы для баннеров на городских улицах, а видео и аудиоролики будут транслировать широкой аудитории.